Доброго времени суток и наконец-то следующее видео. Я понимаю, многие уже отписались от канала, но что поделать, я был в командировке, к сожалению. Пытался найти более-менее адекватную работу, но сейчас мы просто будем играть в Subnautica, друзья. Да, многие уже давно проходят эту игру, и я слышал, что довольно популярная игра. Сам я, конечно, не хотел в нее играть, но решил попробовать, зацепил. Поиграл, конечно, совсем немножко, но атмосфера в этой игре, конечно, шикарная. Подводный мир, все дела. Вот. Соответственно, мы сейчас начнем новую игру на выживании. Я надеюсь, у нас не будет никаких проблем с производительностью. Я постарался все более-менее настроить, чтобы это не тормозило. Пока показывает 60 FPS, но думаю, нам этого хватит вполне. Итак, с чего нам стоит начать? А вот немножко подлагивает. Ну, ничего страшного. Так, у нас нет ни хрена, абсолютно ни хера у нас нет. Давайте посмотрим, что нам можно сделать. Так, по оборудованию. Я думаю, в первую очередь нужно сделать нож. Угу. Для этого нам надо силиконовую резину и титан. Титан. Угу. Еще желательно бы сделать у нас кислородный баллон. Давайте, наверное, сначала сделаем кислородный баллон. Потому что 45 единиц кислорода — это маловато. Да. Так, соответственно, нам нужно 4 титана и стекло. Насколько я знаю, стекло делается из кварца. Давайте искать. Так, и, собственно, вот это у нас что? Кристалл соли. Возьмем. Так, вот, из металлолома, знаешь, что нужно сделать? Титан. Давайте наберем побольше сразу. Так. Пары штук нам должно хватить. Так, и теперь кварц. Того у нас есть 2 кварца, 2 металлолома. Нам должно хватить сейчас на баллон. Замечательно. Так, понял. Всплываем. Ну, я же говорю, очень мало. 45 — это очень мало. Так, это что сейчас было? Давайте-ка наверочку вот поставим-ка, наверное, наивысшее. Посмотрим, как она себя будет вести в данном случае. Да. Вот. Attention. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Вот оно как, да? Continuing to monitor. Ну, сути дела не меняет, что на максималках, что на минималках. То качество картинки меняется. А как глючит она, так и не перестает глючить. Так, сделаем как раз стекло. Замечательно. И, кстати, не обращайте на мой внешний вид. Я дома. На улице жарко. Где-то градусов... Хрен его знает. 100, наверное. Ташкент, просто говоря. Вот. Поэтому просто сижу и не парюсь в футболке. Это нормально. Так, мы сделали себе баллон. Замечательно. Теперь мы можем дышать. Клево. Так. Дальше. Нам нужен нож. Титан у нас есть. Силиконовая резина нужна. Благо... Я что-то там знаю. Нам нужны водоросли, чтобы сделать сетчатое волокно. Да. А еще нам будет желательно пожрать что-нибудь. Так.
сторону Авроры я не собираюсь плыть. Ну ее нахрен. Давайте пока поковыряем, может что-нибудь найдем полезное. Титан, титан, титан. Так. Вот эти рыбы, по-моему, съедобные, вот эти, которые с глазами. Где? Рыбка. А, так, вот, во, 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 во. Рыбка! Рыбка, сюда иди! Так, давайте еще одну поймаем. Магника. Сюда говорю. Да твою же мать. Шустрый, мать вашу. Сюда иди. Фу. Так, и вот из этих, по-моему, можно еще делать воду. Воду, воду. Ага, да, фильтрованная вода как раз. Давайте две поймаем. Они уже не такие шустрые. Так. Кварц, кварц, возьмем кварц. Пусть будет кварц. Вот из этих интересно, что они делают. Дергайся, рыбка. Так, давайте пойдем приготовим еды. Ну, в принципе, игра работает стабильно. 60 FPS. Самое то. Так. Вода. Делаем сначала воду. Зато пошло. Еще немножко воды. Пискун. Приготовленный пискун. Съешьте что-нибудь. Да я будто не знаю, что мне нужно что-то съесть. Да ладно. Давайте кушаем. Вкусненько. Ну, замечательно. Давайте сохранимся на всякий случай. Возьмем аптечку. Так, и давайте нам все-таки продолжим искать водоросли. Водоросли, водоросли, водоросли. Где там Аврора у нас? Аврора где-то здесь, то есть в ту сторону. Не надо, поэтому будем искать где-то там. Нам нужен биом с водорослями. Это у нас что такое? Фрагмент морского глайдера. А, что я могу с ним сделать? Хочу. Ладно. Видимо, потом сможем как-то с этим делом взаимодействовать, пока и у нас наступает ночное время. Я думаю, тут всякая всячина не начнет вылазить по темноте. На это надеяться. Так где мне взять водоросли? Я ни хрена не вижу. Вообще ни хрена. Гладь. Вообще водорослей нет. Ладно, давайте-ка пока всплывем. Может быть даже подождем, когда у нас посветлее. Помимо всего прочего, нам еще нужно вот эту капсулу починить, насколько я знаю. Да-да, вот тут нужно использовать сварочный аппарат. Но это потом. Что здесь у нас еще? Системы поврежденные. Ого. Обнаружены многочисленные сбои в энергосистемах спасательной капсулы. Проверка энергоцепи неудачна. Вторичные системы отключены. Гравитационный якорь отключен. Целостность корпуса спасательной капсулы. Повреждений нет. Хоть что-то радует. На самом деле. Так, давайте посмотрим, что у нас на улице. Посветлело? Посветлело. Да, ну и у меня нет. Ну ладно, давайте что-нибудь поблизости где-нибудь что-то поищем. Хотя, вот так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лучше так не делать. Так, ну давайте соберем кварца. Кварц, кварц. Так, еще кварц. Так, это у нас что такое? Вьющая водоросль. Вот, как мне ее взять? Как? Хрен его знает. Ну, я не полезу. Там какие-то хренатики. Судя по всему, опасные. Ну и не видать при этом ни хера.
Ладно. Посмотрим, что у нас здесь есть. Сюда иди. Так. Стенчатый коралл. Но нам не нужен сейчас. Ой, это что такое? Осьминожка. Могу поймать? Еще кварц. Больше металлолома. Нужно больше металлолома. Так, всплывай. Подобр, подорог. О, а вот и водоросли, кстати. Получается от капсулы. Ага. От Авроры. Ну да. Как я и предполагал, в смысле. С самого начала. От Авроры и куда подальше. Так. Водоросли. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Ой-ой-ой, это что такое было? Ты кто такой? Так, ну тебя нахрен, парень. С каждым днем все лучше и лучше. Ну тебя нахрен. Так, как мне взять водоросли и свалить уже отсюда его куда подальше? Пожалуйста. Изготовитель заменил стандартный электролит на кислотное соединение, синтезированное из местной флоры. Ништяк. Что нам это дает вообще? Ну вас нахрен, ребята, я валю отсюда. Где моя капсула? Почему инвентарь холодный? А, ну, понятно. Ладно, будем ждать утра. Там уже разберемся. Кстати, уже светлее. Замечательно. На Аврору я пока соваться вообще никакого желания не имею. О, рыбки. Сумасшедший. Ну да ладно. Посмотрим, что нам можно сделать из всего, что мы набрали. Так, что у нас здесь есть? О, силиконовая резина. О, как раз. Замечательно. И можно сделать нож. Так, давайте сразу сделаем воду, пока она с рыбкой не сдохла окончательно. Замечательно. Так, и давайте на быстрый слот единичку поставим. Так, что мы еще можем сделать? А мы можем еще сделать резину? Так, клево. Так, и по-моему из них можно сделать ласты. Ласты. Силиконовая резина, еще одна штука нужна. Угу. Ладно, давайте тогда пока сделаем титанит. Странно, почему здесь периодически музыка пропадает. Я думаю, типа, это атмосфера, да? Все дела. Так, хорошо. Что у нас здесь есть еще? О, еще один баллон можем сделать. Ну, нам пока не надо. Надо сейчас сделать ласты. И, насколько я знаю, чтобы пасть на Аврору, надо сделать антирадиационный костюм. Вот этот вот. Для этого нужно сетчатое волокно и свинец. Ни того, ни другого у нас нет. Ну и хрен с ним. Ладно. По идее нам ничего не надо пока. Так, то есть будем делать сначала ласты. То есть нужно еще сгонять за водорослями. Угу. Водоросли. Так, давайте аптечку сожрем, а то нас там. Так, хе-хе. Орешек. Ну, теперь тоже буду себя чувствовать куда поверну. О, тут уже и посветлело. Так, значит, смотрим. Вот Аврора, капсула, туда. Поехали. Нужно набрать еще немножко
водоросли. Сделать из них ласты. Будем немножко пошустрее двигаться. Там дальше продолжим что-нибудь делать. Нам нужен будет сварочный аппарат, потому что в первую очередь починить дурацкую капсулу. Строитель. Да, строитель, чтобы базу строить. Как? Так. Дети. Гроздья винограду. Соберите водоросли с помощью ножа. Ой-ой-ой-ой. Ты ж, ёб твою. Вот это было сейчас подло. Ладно, собрали водоросли, все, надо сейчас быстро собрать эти дурацкие виноградные грозди и валить отсюда его нахуй. И у нас кислород, конечно же, не остался. Замечательно. Идите нахрен! Где мой нож? Идите нахер! Нахер иди! Твою мать, твою мать. Мне хана. Ребята, давайте же. Нужно. Твою мать, еще эти хири сюда приперлись. Извините, рядышком есть. Вроде. Только там он. Ты смотри, они до сих пор за мной плывут. Твою мать. Давайте. Последний рывок. Валим отсюда. Ушел, все, пока, до свидания. Все, он. Адьос. Так, давайте сразу что поймаем, пожрать на всякий случай. Да ты посмотри просто, они до сих пор за мной следуют. Ладно, пока без еды посидим. Ну его нафиг. Не приближайтесь ко мне. Не надо. Быстрее, 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 быстрее. Дырка, дырка, дырка. Колбасит. Так, аптечка есть? Есть. Ага, инвентарь полон. Вообще замечательно. Так, где? Где эта штука? Вот. Давайте там сделаем сейчас силиконовую резину. Сразу сделаем ласт себе. Ну его нафиг. Все, хорошо. Так, вот, у нас теперь есть ласт. Теперь... сделать сетчатое волокно. Нужно больше. Так, что там еще нужно для костюма? Свинец. Ну, это логично, то что. Warning: local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Мы все умрем. Ну, как обычно. Так, стоп, подождите. А где аптечка? Я же подбирал аптечку. Или нет? Странно. Так, давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Из этого ничего. Так, магний и пыльца камикадзе. Вот он магний. Кристалл соли нужен. 3 штуки. У нас 2, по-моему, есть. Так. Что там еще нужно было? Пыльца камикадзе. А хер его знает, короче, где это пыльца камикадзе. Ну, по-моему, в пещерах. Так, ладно, давайте пойдем... Так, эти твари
смылись, слава богу. Давайте нам немножко еды наловим тут. Так, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Сюда иди! Сюда! Наконец-то. Так, где-то тут еще пузырь катался. Пузырь? Ты где? Потерпяешь. О! Новенькое что-то. Так. А у нас, по-моему, есть еще вода. А, нет. Все сожрали. Птички летают. О-о-о. Кислород заканчивается. А вот и пузырь, кстати. Давайте быстренько наберем. И ныряем сразу за ним. Сюда иди. Так, это не попало. Херню подобрали непонятную. Как же красиво. Вообще. Главное, здесь сюжета-то, по сути, нету. Выживаешь себе, выживаешь. О. Все. Так. Давайте. Пескун сделаем. Пескун, пескун, пескунец и бумеранг. Вода. Без воды тут вообще никак. Можно было, конечно, начать в свободном режиме, но это не так интересно. Вообще, можно сказать, неинтересно. Так, давайте все съедим и выпьем, чтобы наверняка. Это что такое? Кислотная мякоть. Так, а печка у нас еще не появилась. Ладно. Так. Нам нужен еще один кусочек соли. Кстати, он есть. Сделаем из него магний. Давай, ползи. Так, быстренько сейчас магний. Хорошо. Так, и осталось нам только два кусочка свинца найти, да? А, магний нахрена? А, магний это в этот... сварочный аппарат. Тут пыльцу камикадзе и свинец, вот. Первоочередная задача. Пыльца и свинец. Я так понимаю, свинец можно найти только вот в этих вот непонятных выступах. Которые можно разбивать. Вот, вот таких вот, да? Титан нужен. Еще титан. Что за звуки такие? Мерзкие. Так, вот еще чуть есть. Так, это что такое? Чудо. Медная руда. Ну да ладно, тоже пригодится, я думаю. Так, вроде бы больше ничего не вижу. Ой, что это было? Взятый сигнал. Батончик, литрованная вода. Странно. Какой-то тепловой след. Вот это, да? Угу. Это у нас магний. Так. Пыльца камикадзе. Свинец. Здесь что-то. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ты что, твою? Уху! Вот это бомбануло. Я теперь туда точно не пойду. Твою ж мать, как радиация это долбит, а? Аж глаз зачесался, увы. Ох, кошмар. Это, видимо, от радиации. Так. Угу. Я что-то аж потерялся.
А, мы же свинец нашли, точно. Ладно. А, давайте проверим, как аптечка там появилась, как появилась, потому что здоровья-то мало, мало ли, вдруг опять эти засранцы припрутся. Ну, и сохранимся на всякий случай. Мало ли что. Так. Свинец. Давайте вот в пещерах тут пошаримся. Если это так можно назвать пещерой. Тихо. Кварц. Хорошо. Твою мать. Ты что сейчас? Это, видимо, и есть, да, камикадзе? А пыльца... О, замечательно. Все, мы можем сделать себе уже. Так, валим, 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 валим. А где? Ну да ладно. Можем сделать себе уже. Ой, резак. Сварочный аппарат. Господи. Все перебрал. Я думаю, и паяльник какой-то там. Или что там нужно было сделать? Так, осталось найти только свинец. Вот как раз у нас здесь пара выступов. Будем надеяться, там есть свинец. Но нет, тут титан. Я так понимаю, здесь титан это основной материал для строительства. Поэтому здесь всегда много. Еще какая-то медная руда выпадает. Сейф. Его можно как-нибудь вскрыть? Думаю, вот эти ящики тоже можно как-то вскрыть. 30 seconds of oxygen remaining. Надо еще один баллон сделать. Он слишком мало кислорода. Так. Свинец. Надо найти свинец, пока не стемнело окончательно. Выступ. Медная. Да твою ж мать. И у нас уже темно. Так, сюда мы не пойдем. Здесь опять нас эти ребята встретят, и потом не оберешься проблем. У нас на инвентаре это место есть? Да, есть. Это что за нахер? Это что-то типа гейзера подводного? Я туда не полезу. Ну его нахрен. Где нам найти свинец? Свинец, свинец, свинец. Теперь я точно ни хрена не вижу. Так, вот что. Свинец. Ну слава богу. Давайте сразу тогда я этот долбанем. Пошел. Титан. Ну. Кто бы сомневался, что это титан. Угу. Давайте наконец-то сделаем себе. Сварочный аппарат и радиоактивационный глаз чешется, кошмар, костюм. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Заныриваем. Так. Да, сварочный аппарат. Замечательно. И антирадиационный костюм. Просто замечательно вообще. Все, теперь мы уж хотя бы защищены от радиации, которая исходит от Авроры. Да? Да. Вот он, костюм. Так, вот он, резак у нас. И... Здесь вроде бы как-то можно ящики, да, делать? Да, вот, потому что у нас как бы... Внутри это место-то не сказал бы, что им много. Но таскать постоянно с собой это все дело как-то не хочется. Давайте где-то вот, наверное, вот здесь сделаем, чтобы удобнее было. Так. И подпишем это дело. Нет. Так. Титан. И скинем туда весь титан, который у нас есть. Хорошо.
Так, ну и давайте-ка наконец уже починим, потому что я так понимаю, надо это. Давай. О, пошла. Пошла. О, как оно сразу заиграло красками-то, а? И вот эту хрень, да, можно починить. Замечательно. Так, а вот это можно починить? Нет, это починить нельзя. Ну, тем не менее, прогресс уже какой-то есть. Наша капсула хотя бы не потонет с дня на день. У нас есть нож, у нас есть сварочный аппарат и антирадиационный костюм. Как-то так. Не, ну конечно, бомбануло там, конечно, зверски, да. Это спорить-то уж никто не будет. Так. Но я думаю, для первого раза пока хватит. Игра, в принципе, показала себя только с лучшей стороны. Ну, за исключением маленького недостатка, да? То, что скачанная версия, ранее разрабатываемая версия, она глючит, подлагивает, сквозь текстуры можно смотреть. Они же и пропадают периодически. Поэтому не будем особо серчать на эту игру. Она хорошая. Очень, очень хорошая. Поэтому продолжим обязательно.